Юху, всем привет, с вами Юнот, с вами Сталкер, приключения Жигана, золотой шар, где мы зашариваем все, что мы профукали, вспоминаем все, что у нас украли, все, что мы потеряли, все, что можно утащить, все, что плохо прибито. Что можно куда-нибудь потом использовать. Блин, мне куда-нибудь броню бы пихнуть, она мне вообще ни к селу, ни к городу. Тайник переносными тоже ни к селу, ни к городу. Хава! Я залез на дерево. И вот когда мы начали заново, мы столько новых возможностей, оказывается, нашли, которые мы упустили. И это было и прикольно, и странно. Не купишь куртку? Нет, он купит рюкзак. Поговорим! Только сперва пушку спрячь. Поговоришь. Где-то еще колесо находило. Вот где? Так, у меня есть куча еще квестов, которые я понабирал, блин. Просто офигеть. Обелиск. Ну чё, цепанем, давайте пока сюда скинем, он мне ни к силу, ни к городу. Старый этот кинем. Остальное пока пусть будет, суп сварим. Понятно. Вот колесо. И сейчас мы еще найдем куклу, которая даст нам квест. Так, чтобы колесо не таскать. В смысле, у меня же вот колесо есть. В смысле, ты не появишься, то, что я тебе поставил, да? Ну и да ладно. Сначала обшарим дом. Эх, сальца бы хорошего сейчас. С черным хлебушком, свежим, да с чесночком. Типа не сдохнуть для начала. Тут должна быть картошка. На, картошка. Не понял. Так, F5. Да, надо это сохранится. В точку. Странно. Заставляете меня тут бегать туда-сюда? Молодец. В смысле, молодец? А, здесь кукла. Пожалуйста. Так, используй. Расскажи, что пошли повеселимся. Вот, найти электронную деталь.
Так, ща мы все зашарим. Эх, сальца бы хорошего. Не тянись ко мне. Сейчас. С черным хлебушком свежим, да с чесночком. Да, сальца бы сейчас. Нет, без музыки тут грустно. Аккуратненько вдоль стеночки все. Так, давайте заберем деталь, пока мы не забыли. Давай. А вот и магнитофон, смотри. Вот так. Появился новый артефакт. Фига себе. Окей. Напишу тебе на надгробии. Какая нелепая смерть. В смысле, появился новый артефакт? А где? Так, теперь у нас остается забраться на чердак, потом на тот дом. И все, можно отдыхать и двигать дальше. Молодец. Я знаю. Соберем тайнички, забережем еще раз все сюда. Потому что мне еще должны дать вариант забрать свои вещи. Граната. Начинать без ничего, это вообще жесть была. Ну, в плане, я ж первый раз не допер, что делать надо, и половину пропустил. Господи, как темно-то. Нет, без музыки тут грустно. Прыжок. Давайте сделаем сохранение, а то я знаю эту игру. Не дай боже где-нибудь ошибиться и все. Бегом. И вниз. А! Чего? Нет? Чего не так? А, война с Наполеоном, он еще и генерирует каждый раз? Офигеть! Блин, я откуда помню? Ну что, издевайтесь. Подсказок-то никаких нет, но видно, это даты, которые, типа, каждый школьник должен знать. Ха! Чё, по весу мне? По весу почти впритык, ну да ладно. Хороший был ветер. Так, ты мне ничего не расскажешь, ты мне тоже ничего не расскажешь. Ну давайте спать до утра. Сил больше нет, надо отдыхать. Шаглюки будут? А, этот сон я не видел. Хорошо, намешали. Он даже есть не хочет, офигеть. Ну ладно. Товарищ.
Следуй за мной. А, иди за мной, атакуй только... Не старайся пропустить. Нет, просто иди за мной и будь на страже. Нет, все-таки обалденно. Нигде больше такого нет. Сейчас давай к нему сходим, потом сбегаем за артефактом, чтобы нет. Почему бы не заработать-то? Опаньки. Ну он ничего не берет, смотри, ну и ладно. Вернулся. Да, конечно, ночью переться туда. Это сверх гениально. Вдруг что полезное будет? Господи, ты напугал меня. Ща мы совсем разберемся. Чувак, прикрывай. Жди здесь. Эх, сальца бы хорошего я сейчас. Я пока пойду зарабатывать с себе черным деньги. Хлебушком свежим, да с чесночком. То есть у меня будет пара секунд, я помню. Конденсатор. Так. Появился новый артефакт. Появился новый артефакт. А вы издеваетесь? Факт захвачен. Что это было? Опять ты, да? Щебень. Ну а чё нет-то? Деньги и в Африке деньги. Здесь огонь. Что, отмычка? Не следуй за мной. Нет, все-таки у нас обалденное с тобой... место. Нигде больше такого нет. Найти странную маску Степки. Что? Погоди, я не понял, что? Найти старую маску в тайнике Степки. Поговорить с новичком, отшедшим маску. Мне сначала поговорить надо, или она где-то здесь валяется? Странно, если честно. Степка, Степка, Степка. Так, давай обсудим тактику. Ага. Здесь
Ну-ка, сейчас давайте загрузим-ка. Конечно, с ним было бы проще, но, в принципе, я и сам разберусь со всеми. Просто надо найти его тайник. Проблема. Пойдем. Вот. Кукла, что ты про него скажешь? Вот. Давай-ка сохраним, чтобы ничего не профукать. Поговорить. А где тайник Степки-то? Вот он пошел куда-то. Возможно, сейчас он припаркуется и все. Почему тут жмур валяется? А, это динамит, который... Пока я за ним слежу, он не пойдет сюда. Может, так в Моровинде надо просто следить за ним? Сейчас, секунду. Мне прямо интересно. Блин, я олень, да? Я просто олень. Почему мне не сказать, что я олень? Фигней только страдаю. Степка! Пошли. Тайник Степки, вот он! Я-то думал, господи. Мы идем туда? Найдем маску, не знаю, зачем она. Я вот все не знаю, динамит сбагрил я правильно или неправильно. Возможно, от того, что сбагрил или не сбагрил, будет зависеть концовка. Но если это так, то это будет... Нет, большой без плюс музыки игре. Тут грустно. Я бы даже сказал, огромнейший плюс. Просто мало игр, которые могут таким похвастаться. Также мне надо будет зайти сюда. Пособирать отмычек. Там всякие тайнички с всякими ништяками разными валяются, которые не сильно нужны, но лишними не будут. Степка, гаси их! Ха-ха!
продадим или съедим, одно из двух. Он ей в голову всадил их лесной. Мне тут не нужны нахлебники. Нет, все-таки обалденное место. Нигде больше такого нет. Обходи, Степка, обходи. Рассвет. Я даже есть не хотел. Это странно. Уж у меня с собой котелок таскать, надеюсь, он не пропадает. Так, и здесь странная маска. Странная, выцветшая, обшарпанная детская маска. Видимых свойств не проявляет, но от ее поверхности идет легкий холодок. Я нашел эту самую маску, с виду бесполезная фигня. Лучше уничтожь ее. Превратится она в артефакт или нет, неизвестно. Что если я ее надену? Не надо, Жекан, послушай моего совета. Я чую, что здесь что-то не так. Надо подумать. Нет, все-таки давай. Обалденное место. Стоп, даже не так. Сохранить. 10. Прикольно. Нигде больше такого нет. Ну-ка, и что дает эта маска, мне прям интересно. Пишут это какой-то... Каким-то макаром вроде она на тайники меня должна вести. Сиди, сейчас ничего нет. Где я? Три камня, собаки. Собор. Запомни это место. Вау. Так где-то тут. Стой, напарник, не умри. Ты видел, что да, здесь произошло? Да, это в точку. Нам надо бежать туда. Там три камня и собаки. Там, говорят, тайник. Забыл. Нет, не рви меня. Прикольно. Тут вообще, смотрите, насколько круто сделана игра. Да, я понимаю, половину изучаю, но... если что, спойлерите, я хочу знать. Возможно, я половину все равно забуду. Потому что я в нее играю раз... 4 дня, наверное. 3-4 дня. Так что... Маленький шанс. Слышь, а... Ты видел, что сейчас случилось? Мне кажется, что тебе лучше сидеть нет. Что за фигня? Что ты мне по башке... Что... Это ты меня по башке грел?
Нет, ты что? Мы стояли, разговаривали, а потом ты одел эту маску и через минуту вырубился. Я пытался привести тебя в чувство, но у меня не было нужного лекарства. У меня было видение, странный голос и незнакомое место. Да, со мной такое же было в первый раз. Он сказал мне, найти это место, я знаю. Я сам пытался его отыскать, но не смог. Возможно, вместе нам удастся это сделать. Думаю, там нас ждет что-то стоящее. Да. Не, ну где-то здесь. Где-то здесь. Нет, без музыки тут грустно. Вообще прикольно, я не ожидал, что меня телепортнет. Там собаки и три валуна, кажется, вот там где-то. Так тебе, тварь. Ого. Ого. Аномальное оружие. Пролежав долгое время в земле зоны, это оружие начало превращаться в артефакт. Теперь из него можно нанести дополнительный урон псевдопсам и слепышам. 25 тысяч рублей. Обалдеть. Принцип дневника. Чё, засыпаем так рано? Так. Так, то есть ты по факту... Ого! Ты видел это? Блин, мне пишут, секунду. Сейчас, секунду. Фига себе, это мой фраг должен был быть. Так, теперь все, муравейник закончен, да? Поговорить с новичком. Слышь, я тебя убить-то хотел. Я нашел то самое место. И что там было? Вещи и часть дневника. Судя по той инфе, что там была, он принадлежит наемникам. Их было четверо, и они должны были кого-то здесь ликвидировать. Один из них погиб, а остальные ушли вглубь зоны. Так, интересно, ну-ка дай почитать. Ага, ясненько. Что делать с этим всем? У меня идеи. Если их так, как ты говоришь, было четверо, то можно предположить, что и остальные тоже сложили голову. Есть смысл поискать эти вещи. Наверное, там есть чем поживиться. Надо отправляться на другие локации, попробовать одеть маску там. Возможно, она подскажет тебе новые секреты места. Так и поступлю. Жук муравейники, приглашение. Ну, будем одевать, снимать, что делать. Так, а что у меня в дневнике-то? Дневник. Ах, офигеть. Нас четверо. Я никогда ранее не встречал этих людей. Не знаю, как их зовут. Для краткости каждый из нас придумал себе прозвище. Дело предстоит необычное. Нужно кое-кого прихлопнуть. Странно, что это кое-кто по кличке Жук задумал спрятаться в зоне. Впрочем, неизвестно толком, что он за человек. Возможно, он тут как рыба в воде, а мы знаем об аномалии только понаслышке. Конечно, главный очкарик перед тем, как вручить нам контракт, прочел краткий курс по выживанию здесь, в этом аду. Нам давали смотреть фотографии, показывали разные слайды, зачитывали инструкции, как определить опасные места и бороться с мутантами. Мне все это напоминает учебу 84-го года перед Афганистаном.
Там нам тоже много чего рассказывали, а в горах было по-другому. Коллеги подобрались вроде бы опытные. Не нравится мне только этот первый, которого поставили главным. Слишком высоко он себя ставит, хоть в прошлом обычный силовик, мен. Возможно, даже пороху не нюхал. Ладно, в зоне все станет на свое место. Завтра нас перебросят за периметр. Блокпост прошли без проблем. Вояки немного по нам поработали. Но все вышло... все выше голов. Скорее всего, липа для отвода глаз. Ну и ладушки. Первый определил место для лагеря. Но оказалось, что оно уже занято. Какие-то бомжи там уже расположились. Третий сразу же предложил их слить. Какой-то он нервный, однако. Я поразился, и остальные... я возразил, и остальные меня поддержали. Нам нельзя отвлекаться на разную чепуху, у нас серьезная цель. В этот же день мы потеряли первого. Очень странная смерть. Его убили из какого-то бесшумного оружия. Возможно, это была аномалия. Мы просто нашли его на посту без признаков жизни и без видимых повреждений. Не знаю, как остальным, а мне его не было жалко. Го. Говно, наверное, да. Был не человек. Так тут... так тупо подставиться. Сразу видно, не профессионал. Главным стал я. А первым похоронили вместе с его именным оружием. Двигаемся на север, к местности, именуемой свалкой. Не, ну его теперь мне ломать жалко. Давайте самострел пока пошмаляем, а чё нет? Спасибо огромное. Так, что у нас там? Ваш напарник погиб. Дебил мой напарник. Честное слово. Так, что у нас есть? Нам по-любому тихобар Вадима. Остатки туриста. Тихо. Ладно, осторожней. Тут есть сейф. Знаешь, как взломать? Нет. Толку от тебя также по-прежнему. Эх, сальца бы хорошего сейчас. Да с чесночком. С черным хлебушком свежим, да с чесночком. Пульт. Очень странный артефакт, с виду напоминающий светящуюся грушу. На поверхности имеется 5 небольших отверстий, по форме расположен соответственно соответствующий человеческим пальцем. Какой-то любопытный новичок, может быть, и сунул бы туда свою пятерню, но мы же не такие зеленые, верно? Расплюнуть, это ему вернуть, да, Тернадо? Так, давайте сюда зайдем. Остатки туриста. На, темна. Слышь, котяра, ты где? Ты будешь стрелять, нет? Это раньше вы мне могли что-то сделать. Бей их! Бей! Я сейчас отойду, тоже жахну.
завалил их? Ага. Нечем мне сейчас трепаться, понимаешь? Все это золото. Керамический контейнер. Дай пиво жахнем. Надо было воды набрать, да? И что я нашел? Вот. Прочный герметический контейнер, покрытый оболочкой, которая покрывает покрытие служит для защиты от агрессивной среды, вроде кислотной или токов высокого напряжения. Крышка прочно закрыта. Следует дважды подумать, прежде чем так открывать его. Так. Хотя я теперь могу вот этого нагнуть попробовать. Да, можно. Так, что мы получим? Ожидаемо. Это стоит, думает, о господи. Не, ну мне же интересно было. Пойдем поимеем контроллера. А пока он поймел только нас. Так, что-то есть сверху. Ага. А разве здесь не было бочки? Я не вижу. А где она что-то интересное видела? Нет, там вроде... Так, господи. Блин. Интересно, эти бочки реально вообще залезть или нет? Почему я не подумал, что надо сохраниться? Да, я обычно плохо думаю. Да не! Мне надо напитать контроллера. И убить кошку. Кошка вызывает больше геморроя. Ну что, Степка? Ага. Вот, она каждый раз здесь что-то видит. Положим вот так вот. Но там же ничего нету. Потом! Все потом! Конечно, отдача у него кобздец. На что она реагирует, честно, я не знаю. Ладно, давайте пока не будем это ломать, потому что вдруг это реально нужно. Сломать-то всегда успеем. А вот попробовать нагнуть контроллера, это было бы интересно.
Уходи отсюда, мужик. Ну ладно. Уходи, пока цел. Ухожу, ухожу. Ладно, Степка. В следующей серии мы его нагнем. Уходи, пока цел. Вообще офигел. Ну что ж, всем хорошего настроения. Всем до следующей серии. Всем пока. Правда, не знаю, надо его убивать или будет квест. Стой. Проблема. Подумаем.